А? Вечер. Вечерний репортаж. У костра. То, что вы видите, это не шашлыки. Не думайте, что это шашлыки. Ну, вообще-то это шашлыки. А с какого мяса? Что бежало, то и попало, да? Да. А тут все, что бегает, мы не пропускаем тут. И пытаемся что-то тут поймать, подловить. Ну вот, похоже на свинину. На свинину похоже. Вот такой костерчик у нас. Вечерний. Очень красивый костер получился. Прям отлично. Ну и тут чуть-чуть решили маленькое мясо поджарить. Хотя вроде как и не было. Его и не было, а вот оно и есть. На камере вроде кажется, что светло, на самом деле уже вечереет. А вот на экране прям ярко показывает. Туча такая большая. Да, над нами такая огромнейшая туча. Прям, ну очень большая туча. А, тут ярко показывает. Туча такая. Ну и смотри. Подсветки как будто. Да. Все ярко, как будто день. Ну, показывает ярко, а на самом деле уже сумрак. Вот это отсюда лучше видно. Бедный крот. Да Бетка тут. Завалила крота, ну а у нас шашлыки. Бетка, ты идешь? А? Вот он. Бетка идет греться к костру. Что? Ну садись на пенек. Садись. Бетка. Давай, иди сюда. Вот сюда. Сюда. На пенек. Давай. На тумбу. Бетка. Ну-ка. Сюда, на тумбу. Сюда. Бетка. Не хочет на тумбу садиться. Я, говорит, не тигр. Я кошка. Да? А, Бетка? Бетка. А на тумбочку? Ох ты, ластица. Весь день проспала в палатке, красавица. Опаньки, на тумбу залезла. Точит когти. Завтра пойдет на охоту. Наверное, у нас завтра снова будут шашлыки. Снабжает мясом. Что там? Процесс идет? Угу. Отлично. Отлично. Ох, костер какой классный. Прям замечательный костер горит. Отлично. Ну, сейчас к чаю. Мяско будет у нас. Ой, за весь день сколько было бабочек, все погибло. Что-то погибло, что-то разлетелось, а вот все. Полный мертвяк. Все бабочки отлетали. Ну смотри, как ярко показывает, а? Уже темно, а он все показывает. Вот. Сейчас мы включим нашу люстру. Люстру включим. Как у нас будет с люстрой? Что, наша люстра не работает? Что-то наша люстра не работает.
Заработала наша люстра. Ну, вот теперь наша люстра светит ярко. Все у нас тут светло. Просто замечательно. Да, день сегодня у нас не удался. Хотя как не удался? 10 штучек всего за день. Но это нормально, для Ки это нормально. Так как не всегда, если бы не наш профессионализм, мне бы хвастаться. Мы сегодня вообще бы не видели бы вообще рыбу. Так, подошли грамотно, пробовали все снасти и что-то подтянули. Вот так у нас бывает. Бетка, на охоту пойдешь? Да нафиг, не охотится, да? Кругом столько бабочек, да? Так вот смотришь, темно, сюда смотришь, светло. Вообще непонятно как-то. И как будто ясный день, яркий день. Потому что он как-то настроен. Жарится кротик, ну, да. Крот жарится, не так быстро, конечно, но жарится. Жарится, это надо было шпажки взять. Откуда знал, что придется крота жарить?